Победил Полушка. Формирование сборной региона для участия в первенстве ЦФО стало основной задачей этих состязаний. На места в команде претендовали более 70 спортсменов из всех районов области. Однако, как отмечают специалисты, основу главной команды региона составят все же представители областного центра. Больше всего это в Брянске, в самом Брянске, в городе Брянске, потому что центр развития находится именно здесь, в Брянске. А регионы помогают для того, чтобы были конкуренция, соревнования. Есть именитые спортсмены, которые будут защищать Брянскую область на чемпионате Центрального федерального округа. Определенные контуры команды, которая будет защищать честь региона на различных соревнованиях в этом сезоне, уже известны. Первенство области среди юношей – заключительный этап отборочных состязаний. На данный момент это уже третья область, которая является, как сказал, отборочной. Прошли уже соревнования по юношам, молодежи. Сейчас идет чемпионат до 24 лет. Потом идет у нас ЦФО отбор. И потом, естественно, кто попадает в сборную команды ЦФО, будет проведен сбор. И потом уже будут участие в чемпионатах России. Насколько велики шансы вообще попасть в сборную России в Брянске? Сейчас, я же еще раз сказал, что в том году мы завоевали первое место на чемпионате до 23 лет, поэтому у нас попадало около 20 человек на чемпионат России в том году. Как в этом году, уже здесь нельзя сказать конкретно. Среди тех, кто реально претендует на медали окружных и всероссийских соревнований по дзюдо, известный брянский самбист Виктор Осипенко. На этом турнире Виктор достаточно легко преодолел всю дистанцию и одержал уверенную победу в своей весовой категории. В этом году именитый брянский борец ставит перед собой серьезные задачи. Когда перерыв есть между соревнованиями в самбо, стараемся и по дзюдо выступать, стараемся. Ездим по соревнованиям тоже, боремся. Расскажи о планах на сезон, вообще какие турниры впереди и чем будешь заниматься? Сейчас отбор на универсиаду будет, мы на этой неделе уезжаем, это в Ярославле будет. И чемпионат России по самбо. Это основные два старта. Еще Кубок мира. Надо выиграть опять в этом году. Дмитрий Кузнецов, Евгений Седачев. События. Брянск.